принимает сейчас закон, который дает возможность отстрела животных. Вот мы считаем, что животные также требуют милосердия, также требуют доброты, как и люди. Например, тот закон, который недавно приняла Государственная Дума, фактически означает, что теперь федеральный бюджет кладет эту ответственность по обеспечению жизни бездомных животных в первую очередь на плечи муниципалитетов. Просто нужно оставить животных в покое, по-доброму к ним относиться, и тогда все будет нормально. Организовать приюты. Конечно, организовать приюты. А не так, что сейчас этот закон приняли, и теперь каждый регион будет самостоятельно решать. А проще всего что решить? Убить? Отстрел, да. Убить это просто, и все. Это самое простое. Чем более гуманно общество относится к животным, тем более гуманно мы относимся вообще ко всем вокруг, в том числе к самому уязвимому слою населения, что наиболее важно, на мой взгляд. И я считаю то, что чем больше общественная поддержка какой-либо инициативы, например, инициатива против этого закона, чтобы его отменили его принятие, тем вероятнее это произойдет. Мне очень хотелось бы, чтобы Татарстан, который по многим вопросам, по многим проблемам является одним из самых передовых регионов нашей страны, и вот в этом вопросе тоже показал и сказал свое слово. И мы говорили о приюте создания. Вы знаете, мне кажется, некоторая часть населения, вот я бы, например, я бы даже была согласна платить небольшой налог в пользу этих приютов. Я люблю животных, я против негуманного и жестокого обращения к кому-либо, в том числе животных. Почему животные для нас наиболее здесь важны? Потому что очевидно, что животные сами не могут себя защитить, они не могут сами сказать «нет» в какой-то момент при принятии законов. Это наиболее уязвимые акторы, которые для нас важны сегодня.